Для школы, для работы это очень даже ничего. Кстати, не сильно яркий зеленый. Кстати, здесь всякие разные картинки. Я не знаю, они повторяются, нет, они даже не повторяются. Иметь 48 листов бумага, ну, так себе, ну, нормальная бумага. Эта тетрадка, наверное, стоит 25 рублей. Купили набор шариковых ручек, или здесь 8 Кстати, ручка очень неплохая, но когда пишешь буком, она царапает. Она тормозит. Если вот так вот ровно писать, то очень даже больно.
говорю на цену 77 рублей. И здесь, кстати, в чем плюс, что здесь цену никто не перебьет, потому что она уже нарисована, короче, на самом блокноте. Здесь 80 страниц. И они там были все разные. Вот это неплохая. Что она? 20, по-моему, 25 рублей. Надо посмотреть, кстати. Вау, да. Когда такие салфетки сильно мокрые, наверное, тоже ничего. Вот так. Держать телефон в руках. Вот такой вот. Он красивый. Он мягкий. Немножко мягкий. Видимо, для того, чтобы он защищал стол. Вот такой вот. Городок. Это, по-моему, на пол вопрос. На нем можно лепить.